Все живое украшение города находится в теплицах Брестского коммунальника. Здесь всегда строгий климат-контроль. Растения обильно поливают и пропалывают, чтобы ничто не мешало росту. Полив – подкормка пространства. То, что сейчас уже вовсю цветет и зеленеет, посажено было в декабре. Здесь делают все для того, чтобы увидеть результат работы за пределами теплиц. Сегодня, к слову, он уже замечен. Кому точно не до капризов, так это работникам коммунальных служб. Несмотря на капризную, дождливую погоду, посадка цветов в Бресте набирает обороты. Ленина, Мицкевича, Гоголя. Работа в центре Бреста кипит. Как видите, к 1 мая Брест подготовился хорошо. Город надел свой самый лучший цветочный наряд. Посадка цветов началась 21 апреля. Сначала высаживали рассаду на главных городских объектах. Цветники украсили бегонии, петунии, сурфинии, пеларгонии. Высажено около 100 тысяч рассады. На данный момент мы работаем на улице Мицкевича, улице Гоголя, ЦУМ. Подготовка городского парка 1 мая. Она уже, входная группа в парк уже на данный момент уже посажена, выставлены арки по улице Московской. Но в связи с низкими температурами в вечернее и ночное время, мы еще начинаем немножко не активизировались полную мощь. На очереди улица Московская, территория на въезде в Брест у знака Стеллы, ЦМТ, перекресток бульвара Космонавтов и Машерова. Словом, коммунальщикам предстоит большая и красивая работа, ведь цветочные клумбы и композиции способны наполнить жизнь города яркими красками и создать хорошее настроение. Сегодня это важно, как никогда. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.